12 декабря в концертном комплексе «Феска Холл» состоялся онлайн-концерт циркового коллектива «Конфетти», а наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции. В этом году молодые таланты выиграли фестиваль-конкурс любительского народного творчества, организованный Министерством культуры, и получили грантовую поддержку на развитие. От каждого региона были представлены несколько заявок на коллективы в разных жанрах, в том числе и цирковых. И именно наш коллектив из Приморского края, цирковая студия «Конфетти», стали лауреатом данного мероприятия. Они были удостоены чести попасть на гала-концерт, который прошел в октябре в городе Москва. Цирковой коллектив образован в 2001 году и с тех пор является неоднократным победителем и лауреатом краевых, региональных, международных конкурсов и фестивалей. Юные таланты показывают себя в разных жанрах – гимнастика, акробатика, жонглирование и эквилибристика. Нашему коллективу в 2021 году исполняется 20 лет. Это наш такой юбилей, к которому мы готовимся. У нас состав коллектива приблизительно человек 150. Это и студенты ДВФУ, творческого центра, и школьники города Владивостока. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране в этом году как никогда стал актуальным формат онлайн-концертов. Ведь это единственная возможность выступать перед публикой. Получается, после Москвы это уже второй раз, как я так выступаю. Будет очень непривычно, потому что мы привыкли уже на полный зал работать. Но я думаю, мы со всем справимся, потому что какая разница, где будут зрители перед нами или за своими экранами. Коллектив «Конфетти» давно является гордостью Приморского края и представляет наши творческие делегации в России и за рубежом. Мастерство, молодость и энергия ребят покоряют не только сердца соотечественников, но и иностранных граждан. Алина Черненко, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.